что по парковке. Некоторые говорят, не могут по полчаса паркануться. Мне либо везет, но я вот постоянно на Морской стою, и можно уходить спокойно. Никому не мешаю. Новое местечко. Решил затестить. Такая кухонька. Макарошки, правда. Меня сложно не удивить, но будем смотреть. Подтверждаю, вот только подъехал, свободное место. То есть у нас тут дилемма, что тут типа никогда не встать. Все нормальненько. Вот местечко есть. Это я для скептиков снимаю. Часто говорят, полчаса ездим и не паркануться. Красочку несу. Ну чего, рубрика, на какой машине мы поедем? Конечно, Каравелла. Стройка, потому что. Мазда, конечно, полная бомба. Рубрика, нет мест. Вот, смотрите, парканулся. Даже рядом место есть. И как, конечно, манит вот эта история вся. Как ее нельзя на ночь, как она манит.